Уважаемые коллеги, партнеры, друзья, от лица Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, российского портала о лоббизме Lobbying.ru, Российской ассоциации по связям с общественностью, разрешите проинформировать вас о том, что мы приступили к подготовке третьей международной конференции «JAR Congress 2011». Приглашаю вас активнее принимать участие в подготовке данного мероприятия. В этом году мы запланировали много всего интересного. Интересные круглые столы, интересные спикеры, интересные презентации. Ваша попытка анализа ситуации, которая складывается во взаимоотношениях власти и бизнеса, заслуживает всяческой поддержки, понимания и уважения. Можно вести бизнес в России законно, можно вести его честно и можно быть успешным. Нам надо сформулировать действительно с вами какой-то определенный набор принципов, идей, предложений, механизмов и запустить такую широкую дискуссию хотя бы внутри своей собственной отрасли. Вырабатывается, наверное, новая общая российская технология взаимодействия между собой органов власти, с одной стороны, non-government organizations, то есть неправительственных организаций, с другой стороны, общественности, и обязательно надо всегда иметь в виду не только интересы бизнеса, но и тех или иных социальных групп. Что приятно, большое количество коллег, близких по духу, понимающих технологию лоббизма, откровенно об этом готовы разговаривать, готовы управлять инициативу с точки зрения продвижения наших интересов. Добро пожаловать в цивилизованную Россию. До встречи на главном событии профессионального лоббирования и отрасли Government Relations России в Москве.